Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в Control. Подождите, знаете, что мы сейчас сделаем? Я сейчас добегу помочь агенту в камере паноптикума, нам надо. Я сейчас... Ну, блядь, ну вы что, хорош нахуй? Что, суки, идите нахуй. О, как я ему в гриву-то попал удачно, вообще красиво. Я сейчас, знаете, что хочу сделать? А что я хочу? Я хочу добежать до этого агента, блядь. Где он тут сидит? Что ему сделать-то надо? Я тут все уже обижал. Здесь его нету. Он где-то здесь. Нету. Где он холодильник-то пасет, блядь? А может, он не на этом этаже? А, четвертый этаж, твою мать, точно. А мы же на другом этаже. Эй, в рот в это, ебать. Так, ну-ка. Ты че, дядя, блядь? Ты че, дядя? Ладно, тогда пойдем просто... Стоп! Просто дальше по заданию. Ничего нам тут не надо. Это у нас... Какой флор-то, блядь? А мы сейчас портанемся. Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри. А где они? Ракета пошла. Я, блядь, видел, как она летит, сука. Ну, в голову-то попади. Вот. Все, нормально. У нас здоровье, блядь, прибавилось. Он сколько до хера стало. Подождите, я сейчас тут сохранюсь. Сохраню. Да не надо мне никуда перемещаться. Да, это у нас первый этаж, секция... Подожди, секция первая, секция вторая? Ладно. Ах ты, сука! Пошел отсюда! Все, готов. Да сколько вас там, блядь, появляется? Идите нахуй, я пошел отсюда. Я пошел... А, нихера, они сейчас будут по мне ебошить? Отлично. Блядь, ракета самонаводящаяся, прикиньте. Получил? Получил? Скот. Погоди-ка. Надо подобрать здоровье-то хоть. Че это, блядь? Хоп, куда-то улетел. Испарился. Ну, в рот его ебать. Где? Где у нас тут контрольная точка? Быстрое перемещение. Нам надо. Отдел парапсихологии. Нет, нам надо центр исследования. Паноптикум. Это я здесь. А мне надо? Мне надо отдел исследований. Нет. Ритуальный центр исследований. Центр исследований. Центр исследований. Верхний паноптикум. Слушайте, по-моему, сюда. В центре исследований нам надо. В центр исследований нам надо, ведь правильно? По-моему, да. Ну давайте переместимся. Там, если что, уж обратно вернемся. Не страшно, как бы. Центр исследований. Брателло-то, брателло-то там уже. Туда пришел. И нам надо туда как бы прийти. Дилан. Блять, вот память, сука. Дилан. Даже помню, как его зовут. Че, как долго грузишься? Давай быстрее. Центр исследований. Центр исследований. Нет, я переместился не сюда. А куда? Подожди-ка. Центр исследований. Надо нам, во-первых, нам надо взять другое задание. Я это пока оставлю. Миссии, миссии, миссии. Это тоже пока оставим. Где там надо будет вот это вот обследовать убежище. Это потом мы все сделаем. А мы с вами. Вот, здесь вот центральный отдел, чтобы соединиться с братом. Ага. Давайте вот, вот за этим будем следить. А где эта херь-то находится? Она не здесь. Ой. Так, положи камушки. Конференц-зал нам нужен. А я в секторе исследований. Я не... Да что ж ты будешь делать-то? Я не здесь. Не там, точнее. Быстрое перемещение. Момент. А где же тут? Как нам карту-то другую? Аппаратная. Насосы, вентиляция. Вот! Я не дощелкнул немножко. Вот сюда, центральный отдел, конечно же. Сейчас переместимся. А что-то я там вроде листал, не было перемещения сюда. Ну и хуй с ним. Ничего страшного. Блять, лампочку новую поставил. Пиздец, светит желтым цветом, а вроде на камере нормально показывает. Морда-то не желтая. Непривычно. Непривычно, я вам скажу. Как будто сидишь какой-то в темноте. У меня тот фонарик светил, ебать нахуй. До соседей, наверное, просвечивало. Предыдущий. Надеюсь, прослужит хоть долго.
подольше, то заебали эти лампы. Купил, блядь, самую дорогую, наверное, что нашел. Вот, поговорить с Эмили, что нашел в магазине, имеется в виду. Поговорить, что это? Это у нас что это за херня? Удержите для активации, поставить пластинку? Спросить Эриша о жетоне музыкального автомата. А кто такой Эриш? Это ты? Я нашла жетон. Знаете, что он делает? Это жетон для музыкального автомата. Они появляются в самых странных местах. Рейнджеры используют их для активации музыкальный автомат, да? Есть хорошие песни? Нет, только одна запись. Будьте осторожны при включении. Когда он играет, есть шанс на путешествие в структуру. Структуру? Это звучит зловеще. Зачем туда отправлять? Бюро интересовалось этим на протяжении многих лет. Это просто груда камней, построенных непонятно. Находится в той же зоне соприкосновения, что и карьер, но ни одна экспедиция так не нашла физический путь к структуре. Значит, она в карьере, и вы не знаете, где? Пожалуй. Сейчас мы отправляем экспедицию лишь раз в год. Сальвадор называет ее что-то как-то там. В этом году команда... Блять, я не успею. Теперь, когда я думаю, что... Я могу войти и посмотреть. Я был бы рад. Музыкальный автомат находится рядом с будкой охраны. Просто вставьте жетон и получайте удовольствие. Использовать жетон в музыкальном автомате. Что? Зона соприкосновения? Черный камень? Не понял. Что особенно в черном камне? Хватит заводить меня этим черным камнем. С тех пор, когда выяснилось, что можно блокировать всякое паранормальное, они только делают, что выставляют на показ опасные материалы. Чертовы халаты. Любят усложнять работу. Похоже, между отделами существуют некоторые разногласия. По крайней мере, из карьеры открывается хороший вид на ночное что-то там. Мы с Валидором... Да ёб твою мать! Да идите нахуй, не буду читать! Заебали, блядь! Да сколько... Ну, блядь, потише, ты не можете, что ли, перемещать? Уж читаю просто, блядь... Молниеносно, во! Не успеваю. Что известно о докторе Дарлинге? Столько же, сколько и всем остальным. Любит слушать свои рассказы, как и все ученые. В последнее время был психованным, хотя мне велели не использовать это слово. Так что все думают, что, обнаружив Дарлинга, мы получим ответы. Но если он полностью спятил, чем он может помочь? Знаете, в чем проблема? Даже не в том, что... субтитры быстро пробегают. Блять, они на... Как их увидеть можно по-нормальному? Белые субтитры, блять, на белом, мать его, фоне. Что за... Вы хоть, блядь, розовые их сделайте. И смотрите, на каком фоне-то появляется. Хочешь, не хочешь, не успеешь прочитать. Рейнджеры. Вы служба безопасности, да? Работаете вместе с рейнджерами? Не часто. Рейнджеры приходят в специальную подготовку как по разведке. Службу же безопасности больше интересует опасности самого бюро. Они наверняка сталкиваются там со странностями. О, да, определенно. Каждую неделю занимаются тем, что люди раньше не сталкивались. Большинство рейнджеров уходят на пенсию из-за когнитивного паралича. Я посмотрел медицинское определение. Не смешно. Не смешно. Все, нахуй, не буду читать. Мне пора. Мне тоже. Вы не единственный человек, кто может... Что-то тут, блядь, мозги ебать, наверное. До скорого. До скорого. Используй жетон, подожди ты, блядь, своим жетоном. Блядь, ну вот это печалит меня на самом деле. Да что ты, блядь. Это меня печалит, я не успеваю прочитать. А ведь интересно послушать-то. Так, где? Поговорить с Эмили. Эмили у нас там. Наверное. Да? Угу. А где брателло? Там что-то валяется, кстати. Эх ты, еще тут что-то валяется. Она что-то базарит там. Исследование записи. Сука, из мышки груз вынул. Внутри груз, оказывается, был. Пиздец, непривычно. Легкое стало, как перышко. То хер поднимешь бы. 6 лет всего лишь. Я и пользуюсь, блядь. И узнал, что внутри, оказывается, грузик есть, блядь.
Тяжелый причем был. Ну-ка, что тут, давай-ка. Эй. Неужели это не сон? Через столько лет я нашла Дилана. Но не может слишком быть поздно. Как он? Я должна это узнать. Совершенно очевидно, что он под воздействием Иссов, но отличается от остальных проявлений. Возможно, все дело в ваших генах. Но он был когда-то кандидатом на пост директора. А может быть, это Полярис защищает его? Мне нужно провести ряд тестов. Похоже, он в большей степени контролирует себя. Я хочу увидеть его. Мой брат. Но так ли это? Конечно. Маршал установила для его камеры рук защиту. На верхнем этаже, вверх по лестнице. Хорошо, мне пора идти. Осторожней, Джесси. Be careful. Хорошо, буду. Be careful себя. На верхнем, поговорить с Диланом на верхнем уровне. На верхнем уровне. На верхнем уровне. А где, интересно, верхний уровень? Дай угадать, наверху, блядь. Верхний уровень. Ну-ка, мы карту посмотрим. Центральный отдел. Вон там, наверное. Ну, это как бы верхний уровень, правильно? Второй этаж считается за верхний уровень. Тут охрана, он тем более стоит. Ну, чё ты? Нет. О, да. Где перевод-то, блядь? Хоть какой-нибудь. Может, он даже не по-английски пиздит? Такой вариант может же быть, правильно? Правильно. Все. Надо к нему подойти, наверное. Надо тут посмотреть, что вообще есть-то. Все, посмотрели? Нет, нихуя. Черт! Это Дилан. Ты меня слышишь? Ну же, Дилан. Я здесь. Я нашла тебя. Ты знаешь, кто я? Ты знаешь меня. Скажи же. Ты сестра Дилана Фейдена. Он говорит о себе в третьем лице. Всегда хороший знак. Ты знаешь, кто ты? Не Дилан. Тренч и Дарлинг сделали все для этого. Я И-6. И-6. Но теперь мне лучше. Иссы сделали меня лучше. Продави поверхности, дотянись внутрь. Ты всегда был новым сбоем. Ты хочешь, чтобы... Пожалуйста, остановитесь. Не так я себе представлял нашу встречу. Мне нравится говорить это. Я хочу произносить эти слова. Они благозвучны. Мне от них хорошо. А ты разве не хочешь? Нет! Твою мать, нет! Ты должна помочь мне вытащить эту хрень из его головы. Если хоть что-то осталось от личности Дилан, ты должна помочь мне. Ты? Вы? Ты пришла через проход в тебе само. Мы впустили тебя. Ты всегда была там единственным ребенком. Копия. Перестань. Апельсин, чё? Чёрт. Вот чёрт. Он видит тебя. Это небезопасно. Мы нашли Полярис вместе с сестрой, когда были еще совсем детьми. Там, в ординариуме в пустыне, через дверь, открытую диапроектором. Но когда Тренч забрал меня, она не помогла. Она не наделила меня никакими силами. У меня лишь собственные силы. Она не помогла, когда меня заперли на долгие годы. После песни время аплодисментов. Мы строим тебя, пока не остановишь. Яйцо дает трещину, из тебя выходит правда. Ты есть дом. Вместе со мной бюро захватило сюда и диапроектор.
И потом бюро делало то, что всегда делает. Использовало его. И они нашли. Они открыли дверь для иссов. И это единственное, что, за что я им благодарен. Вот. Вот оно. Мы остановили альтернативное мировое событие в Ординариуме, когда отключили диапроектор. Мы остановили. А теперь проектор тут. Навязчивый мотив, который никак не выходит из головы. Да, детка, туц-туц. Туц-туц. Просто пластик. Он безопасный, и не о чем переживать. Ха. Забавно. Я сделал шаг навстречу иссам. Я впустил их, чтобы избавиться от нее. Иссы освободили меня. Полярис использует тебя. Бюро использует тебя. Ты марионетка. Ты почти слышишь нас, но забываешь об этом. Если отключить диапроектор, возможно, есть шанс, что это остановит иссов. Да и дал власть над собой. Может быть, для моего брата не все потеряно. Джесси, сестра, ты должна собственными глазами узреть правду. Ужасную правду о бюро. Иссы — лучший выбор, который у нас есть. Сходи в программу подбора идеального кандидата в секторе содержания. У меня есть ключ-карта, чтобы пройти туда. Сальвадор хотел, чтобы она была у меня. Хотел? Чушь. Я видел, что иссы во что иссы превратили Сальвадора. Видел, чем он стал. Хорошо, Дилан. Я схожу. Я хочу увидеть правду своими глазами. Я пойду только туда для того, чтобы найти диапроектор. Ты можешь помочь мне? И покончим с этим. Найти программу по отбору идеального кандидата. О, уровень доступа 6. А что тут такое? Что-то еще надо попозырить? Не знаю, что еще надеюсь найти здесь. Дилан? Можем поговорить? Я хочу рассказать тебе сон, который приснился мне прошлой ночью. Хорошее начало. Ладно. Я был в Ординариуме до всех этих событий. Но в этом сне я был один. Там был только я. Я был единственным ребенком. Девочкой. Меня звали Джесси Дилан Фейден. Но затем появилось бюро и поймало меня, притащило сюда. Заперло меня здесь. Ты когда-нибудь замечала, что наши имена Джесси, Дилан могли быть именами девочек, именами мальчиков, кого угодно? Ты не считаешь это странным? Я считаю. Конечно. Что, черт побери, это такое было? Он издевается? Я, честно сказать, не знаю, чтобы ни одной девочки, которую бы звали Дилан, блядь. Хотя Джесси, блядь, и мужик, и баба. И у мужиков, и у баб такие именно встречаются. Ладно. Найди программу по отбору идеального кандидата. Где это находится, хуя знает. Но мы сейчас с вами это выясним, конечно же. Блять, как непривычно мышкой это самое. Шерудить такой легкой. И что тут у нас? Память дома. Вот это тут замут, конечно, просто пиздец. Вот меня интересуют вот люди, которые сценарий писали к этой игре. У них с головой вообще все нормально. Ну, это не мог придумать нормальный человек, здравый, блин. Ну-ка, карта. Карта, сектор. Сектор. Зал с телефоном прямой связи. Жопа-то ничего, конечно, у нее, я так вот смотрю. Такая плосковатая, конечно, но пойдет. Да. Быстрое перемещение. Куда нам надо? Сюда? Нет. А где? Я, бля.
Исследование. Отдел про психологию, ритуальное содержание. А, смотрите, мне вон туда. Меня. Надо вот туда. Паноптику. Нет, самый ближайший отдел логистики, наверное, вот сюда. Вот мы туда и переместимся сейчас. Погнали. Замок, конечно, жесткий здесь. Но интересно, чем все кончится на самом деле. Вот все бы ничего. Ну, сука, вот это вот чтиво, бляха, меня просто раздражает. Я не говорю, что я читать там не люблю или там против игрушек, где только субтитры, нет русской озвучки. Нормально, блядь, все это. Но субтитры-то, ну, надо же сделать, чтобы они помедленнее шли как-то. Ну, тут даже про себя ты не всегда успеваешь прочитать, не говоря уж про озвучить. Куда идти-то? Прямо. Там кто-то уже появился, что ли? Не знаю, не знаю, не знаю. Что это, блин? Это стекло, что ли? Стекло, да? Там есть дверь, но у меня есть, знаете, что? У меня есть пушка. Сейчас мы дверь свою, блядь, сделаем. На-на! Шоп, блядь, до стены соседнего ебало. Хорошо, тут что? Только сральник. Да. Только сральничек. Ох, нахуй, что это такое, блядь? Это что за хуйня? Что это, блядь? Вы видели? Это прям перед... Это ведь прям перед рожей у меня появилось. Так, ну-ка. Нет, нам не сюда, нам вот туда надо в те двери-то. Покой хуя. Сесуриту. Что там? Паноптикум. Сесуриту. Там дверь уже открывается. Сама причем, смотри-ка. Или она... А, она мозги ебет просто. Она просто ебет мозг. Ладно. А там уже, между прочим, появился народ-то. А народ-то появился. А как они сюда пройдут? Они смогут это сделать, интересно знать. А я пиздануть их отсюда. Ну, слушайте, я вроде как бы и попадаю даже. А я не знаю, они сюда... Слушай, ну они вроде... Нет, они за решеткой там так и остаются. Ну и идите нахуй, не буду я вас трогать. А зачем? Хотя мне туда надо. Хотя, ну, стоп. Медкрыло. Блин, медкрыло нам не нужно. Ох, твою мать. Один готов. Значит, они сюда смогли все-таки пробраться-то. Ну-ка сейчас из этого, из крупнокалиберного пизданем. Что, блядь? Да ладно, нахуй, я в решетку попадаю, что ли? Сука. Готов. Как вы сюда прошли-то, пидоры, блядь? Пустите меня! А как они сюда, действительно? Ну-ка, открой дверь-то. Здесь, может, нет, тут нету больше дверки. Ну, подожди. Надо глянуть, как они сюда проходят. Да откройся ты, Сим-Сим, блядь. А, стоп, может, не срабатывает эта хуйня? Там еще кричат. Эти пидоры, блядь. А я не могу дверь открыть, прикиньте, блядь. Сука, она не открывается. Она тупо не открывается. Мало боеприпасов. Стой, где вот они заходят, мне интересно. Здесь нет никакого прохода. Здесь тоже дверь заблочена. Проверка, блядь. Ну, а эти-то как прошли? Да хватит орать-то, блядь, заебете дохло. А, вон он летает, блядь, смотри-ка. Ну, не все, пиздец. Заглючило, что ли, что?
Подожди, медцентр. Мы можем пройти, интересно, через медцентр или нет? Хотя, подождите. А если я пойду сюда? Здесь у нас прохода-то нет никакого, ведь правильно? Нет, он ебошит просто. А если я смогу здесь пройти как-то? Чё? Я же пизданул окошко-то, блин. А если я смогу здесь как-то пройти через низ? Или не получится, не прок... Блять. Нет, это я в другой отдел пошел. Блять, как же мне в тот отдел попасть? Мне нужно исключительно в тот отдел. Как это сделать? Непонятно мне. Эти опять появились. Нет, ну вот, вот эта дверь, блядь. Правильно? Ну-ка покажите, как вы пролазите сюда, суки. Что за хуйня там была? Что-то взорвалось? Не, ну я понимаю, вы стреляете, вам заебись. А может они просто... портуются сюда как бы. Бля, я не знаю. А как туда еще попасть-то? Через поворотную платформу? Что-то пиздануло. Пиздец. В медкрыло, если я пойду, там тупик. Там тупиковая зона. Поворотная платформа. Есть ли тут проход вообще, в принципе? Бля, вот это печально. Это просто печаль. Нам ничего не остается, кстати, делать. Попробовать только с другой стороны пиздануть. Так, что такое тут? Появляются эти хуи. Ух ты, сука такая. Ах ты тварь, ах ты животное. Нехороший ты человечишка. Где ты? Куда? Готов... Блять, да ладно, хорош, прилетело как точно. Где? А, вон он. Готов. Ох, я сдохну. Круто, блять. Ай, блять, ну может оно и к лучшему. На самом деле. Подождите, сейчас мы, блять, пройдем туда. Нам в любом случае туда пройти надо. Иначе удачи не видать. Сейчас мы здесь, кстати, появимся. Как раз здесь контрольная точка-то есть. Надо было сразу портануться туда, блядь. Не вступать с ними в бой. Вот эти ракетные, они жесткие, пиздец какие, блядь. Так, во. Быстрое перемещение. Ну, скорее всего, кстати, это какой-то глюк. Я так понимаю. Хотя, смотрите, мы можем отсюда попасть. Вход в паноптикум. Не через поворотную платформу. Хотя, что там за поворотная платформа, я не помню. Здесь просто прямая. А давайте попробуем. Давайте сюда сейчас портанемся. Попробуем пройти здесь. Не получится, значит, пойдем через поворотную платформу. Что-то то ли заглючила игра, блядь, то ли что. Но не пускает меня, хоть усрить, блядь. А я вот не помню, мы проходили там или нет. Так, поворотная платформа. Куда идти-то? В обратном направлении. Да. Чё это, блядь? А, дверь открывается. Ага, тут этот хуило стоит. Ты нам что-нибудь скажешь? Давайте, дайте мне знать, когда Иссов не будет. Я скучаю по своему столу. Пошел нахуй. Увидимся позже, Лэнгстон. Я буду здесь. Он будет здесь. Ну хорошо. А я буду там. Блин, это тут 18 этих дверей сейчас, что ли, открыть надо будет? Просека. Просека. Ну-ка, побежали.
Попросики. Попросики, блять. Где там мы? Во, почти уже пришли. Вот, мы с обратной стороны. Нормально? Нормально, блять. Так. О-о-о, где я, сука, застрял в какой-то хуерге? Опа, готов. Готов. Сука, сдохни, тварь. Вон еще одна бежит. Лови! Хлебало. Отлично. Кстати, а куда мне делись все... эти самые... хреновины, блядь. Как они называют? Там осколки, блядь, или что ли, блядь? Или я потратил их куда-то, я уж не помню что-то. Так. Вот. Ну-ка, сейчас мы посмотрим, здесь дверь открывается хоть какая-то с этой стороны. Хоть какая-нибудь. Слушай, не, нихера не открывается. Открыть надо здесь, наверное, нажать, правильно? Ты глянь, бляха. Точно, значит, мы не проходили через эти двери-то. Ни разу еще. Мод оружия, попадание в голову. Ай-яй-яй, что-то, блядь, мод оружия. Ну-ка, сейчас мы глянем. Мод оружия, попадание в голову. Это что? Попадание в голову. Первый уровень, а у меня какой тут будет? Идеальный. А у меня первый уровень еще стоит. Ничего себе. Урон при попадании в голову. Так, а у меня какой? Урон 37, а будет 87%. Процент. Так, стоп, главное не уничтожить. Я люблю это делать, блядь. Хопа! 87%. Неплохо. Неплохо. Урон-то при попадании в голову. Там что-то есть? Ага, ну-ка нам сюда ведь, правильно? Да. Или нет, не сюда. Хотя, подождите. Эта дверь, наверное, не открывается, как я понимаю. Эффективность щита. Нет, это просто тупиковая зона. Тупичок. Тюрьма. Тюрьма местная. А вот эти? Тут что вот за куток такой? Не видать ни хера. Лавочка. И тут лавочка. Ладно, стоп. Нам куда-то туда надо. Как туда пройти, хуя знает. Логистика. Ну, как-то, наверное, можно. Там вроде проход-то есть. Да. А, во, нам указывается путь даже, смотри-ка. Сейчас тут глянем что-нибудь. Ничего не оставили? Никаких коробочек интересных с модами. Нету, ладно, идем туда. Что-то надо нажать. Нажимаем. Все, у меня есть 6-й уровень допуска. И это прекрасно. Еще бы найти где точку контроля. Было бы великолепно. Ах ты, сука! О, нормуль. Тут что такое, тюнка, блядь? Почитать. Отражение себя. Это мы потом активируем. А хотя, блядь, что, давай сейчас нахуй. Пускай оно там будет. По пути как-нибудь сделаем. Погоди, миссии. Лицо врага. Джесси возвращается в закрытую зону, чтобы изолировать... Нет, это нам не надо. Джесси возвращается в центральный отдел, чтобы воссоединиться с братом. Извините, дежурство у холодильника. Помочь... поставить пластинку, отражение себя. Нет, подожди. Подожди. Что мы делаем? Вот. Вот это мы делали. Правильно? Да. Правильно. И мы проследуем. Программа по отбору идеального кандидата. Выборы, выборы, кандидаты. Я, блядь. Кандидаты. Пидары. Что-то он там пи, блядь. Точку контроля я хочу. Программу по отбору идеального кандидата. Где-то здесь. Как туда пройти? Ага. На нахуй!
Попал? Попал. И еще попал. И еще попал. Сука. Выборы, выборы. Ой. Ой. Че это, блядь? Дымовая. Дымовая пошла. Ну а сюда-то пойдут, что ли, нет? На нахуй. Так, 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 так. Там что-то кто-то еще появился. А че какие вы мощные? Это что за хуерга? Блять, здоровый нам. Что? Погодь. Там граната. Стой, стой, стой. Что за хуйня, блядь? Где ты, блядь? Иди сюда, хуила. Он лечится, что ли? Нет, он не лечится нихуя. Куда ты, блядь, упал? Ёпты, блядь. Стоп, граната пошла. Пиздых. Сдох. Это вообще, блядь, по ним. А, эти лечатся, блядь, ты глянь нахуй. Эти у нас это самое. Какие-то крутые. Это какие-то крутые. Стой, мне может быть нормальное оружие-то взять? А, сейчас пиздану по ним. Бляха-муха. Что за хуйня? Мало боеприпасов? Как? Пиздец. Пиздец, это мощный дядька-то, между прочим. А мне как подлечиться? Вон там есть лечилки. Хоп-хоп-хоп-хоп, отлично. Сука, мне как тебя ёбнуть-то, блядь, дядя? Ай-яй-яй-яй-яй, надо убегать. Надо убегать нам отсюда. Он причем и броню восстановил. Меня ёбнут тут, мне кажется. Вон он идет. Слушай, я... Чё ты вообще ему, по-моему, урон-то не наношу нихуя? Очень-очень медленно, блядь. Я по камням, по-моему, пиздечу, блядь. Где это, сука? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё такое? Я не понимаю. Я не попадаю, что ли, по нему вообще, блядь? Кирпичами-то, блядь. Ну вообще похую, блядь. Ой, а вот он попадает. И причем неплохо попадает. У него даже половина еще здоровья-то не ушло. Охуеть. Это пиздец, товарищи. Хотя половину уже сняли. Ну это очень долго, его ебашить-то надо. Сейчас ёбнет. Во, смотри-ка, немного. Тактика ясна. Лишь бы он вот сюда вот не перешел, бля, ебать, колотить. Ай, броньку сняли, броньку сняли. Уяк мимо, блядь. Попал, бляха. Давай, перезаряжай, ёб ты мать. Мимо. Ну, сука, он пока перезаряжается у нас, блядь. Он уже пиздань, это сам, броню устанавливает. Эй, блядь, да он подлечился полностью. Ты чё, нахуй?
А как ты так уячишься, блядь? Как его заебашить-то теперь? Ты смотри, он вообще как новый стал. Так, нам надо захуярить вот этих вот, блядь. Сейчас меня точно захуярит. Слушай, я сейчас сдохну. Я, наверное, рано сюда пошел, может быть. Может быть, нам просто пробежать? Че это? Так, спокуха. Надо, может, ох, блядь. Надо, может, маленьких сначала заебашить. Это что? Дай угадаю, блядь. Это толкнуть можно? Что? Дела? Мало боеприпасов. А где он? Что-то я его не вижу. О-о-о! Сука, не попал, бляха. Еще не попал. Тут вас очень много, господа и дамы. А туда я не пройду. Меня не пустят. Не, ну ты чё, блядь, лечишься-то? О, шар какой-то цеп. Так, переместился. А, это летающий на стуле, блядь. Готов. Нам бы подлечиться, было бы вообще идеально. Где оно? Вон оно. Нам его как-то, может быть, по-другому надо захуярить. В том плане, что... Там, кстати, дверь открылась, по-моему, да? Нет, не открылась. Ну, как его заебашить-то? Так. Щит-то щитом, блядь. Щит-то щитом, конечно, хорошо. Да что ты, сука? Куда он, блядь, падает-то? Твою мать. Иди сюда. Битва, блядь, сейчас будет. Он сейчас опять восстановит все здоровье, нахуй. Где он там? Внизу, что ли? Ебет мозги. А, вон он идет. Перезарядка, блядь, давай быстрее. Готов, блядь. Это пиздец был, блядь. Честно вам скажу. Что это такое? Эффективность увертывания, да? Охренеть просто. Где сохраняшка? Хочу сохраниться, иначе пиздец. Если нас сейчас забьют, будет жопа. Так, тут у нас тюрьма. Не, ну ладно бы он там не восстанавливался. Вопросов нет. Хрен бы с ним, мы бы его забили очень быстро. А он, сука, восстанавливается. И броню, и здоровье. Так, тут что-то вообще непонятное. Тут ничего у нас? Mm-mm. Ничего. Где тут я? Вот тут я. Подожди. Тут лечилочка. Хоп. Мы были близки к провалу. Ящик. Не, такие здоровые, блядь, ну их нахуй. Это опасно. Где точка контроля, блядь, меня интересует здесь? Тут закрыто. Но мы, наверное, сможем открыть.
Да? Ну-ка. Угу, открыли. Это хорошо. Пи-6. Хотел бы я, чтобы события в ординариуме пошли другим путем. Но мечтам ничего не исправить. Мечтами. А вот найдя диапроектор, можно. Как много собрано в этом одном единственном случае. Новый предмет силы, нечто невиданное ранее. Исходит из меня. Это что-то говорит. И мальчик Дилан Фейден. Идеальный кандидат 6. И сестра тоже. Как только мы догоним ее. Но мальчик. Такой огромный потенциал. Речь идет о показателях уровня Нортмуна какого-то. И я хочу ссылаться на его имя. Не хочу. Здесь совершенно иные обстоятельства. Потрясающе. Имело место происшествие. Потерян ценный участник нашей команды. Чрезмерная сила, но у Дилана ее так много. Но он еще ребенок. Вина моя. Он заслуживает снисхождения. Совсем еще мальчик. Он исключительный и в состоянии сильного стресса. Робертс был убит. Как вот это прочитать успеть, блин? Робертс был убит. Несчастный случай, вот и все. Маршал, надо понять это. У нас все получится. У нас получится. Что-то, блин, хреново у вас получилось, судя по всему. Бумажки. Исследование из записи. Тут что? Тут что-то еще есть. Угу. Но не все. Я что-то обратил внимание, они херачат все на печатных машинках. То есть не на компах. Печатные машинки. Ну, если учесть, что у них есть еще в ходу диапроекторы, то это многое объясняет. P7. Дилан хотел, чтобы я это увидел? Неважно. Сейчас важно отыскать диапроектор. Одежда. Кандидат И7. Одежда. Это, кстати, на нас можно напялить? Исследование из записи. О, Маффин. Мы все время играли там. Я и Дилан, и другие дети. Нам это нравилось. На этот раз. Я помню. Было по-другому. Мы нашли путь внутрь, глубже, как будто все сместилось. Мы вошли внутрь и нашли там диапроектор. Свалка, место для потерянных вещей. Вещи, которые были выброшены. Вы когда-нибудь чувствовали это, когда росли, Джесси? Что? Нет, да, но это не... Да, но это не имеет значения. В детстве дома у вас был диапроектор? Нет. Полагаю, вы уже не застали такое. Но ваша семья, возможно, просматривала там фотографии. Каким-то образом? Возможно. Хм. Когда это было, можете припомнить? На вечеринках, на барбекю? Как вы себя чувствовали? Ваши родители показывали фото, вызывающее у вас смущение? Употребляли ли они на вечеринках алкоголь? Ваши родители пили? Это причиняло вам неудобство? Нет, это просто глупо. Ну же, это никак не связано с этим. Никак. Диапроектор, позвольте спросить следующее. Когда вы были ребенком, вы когда-нибудь мечтали о мирах внутри картинок? Внутри картины. Чтобы войти в картину и скрыть, вскрытый мир, убежать.
и найти там приключения, вдали от родителей. Я так не думаю, но я помню. Я не помню. Возможно. Я не знаю. Джесси, а ты тебя не смущаешь? Мы все время играли... Бля, я опять что ли нажал? Тьфу, нахуй. Все, выключай. Джесси, а тебя не смущает тот факт, что это ты сама на мафоне записана? Там что-то есть. Что-то я пропустил. Фотки. Каждый раз, когда меня одолевала паранойя, я была права. Бюро могло дать мне ответы. Но вместо этого они просто стояли и смотрели. Транзитный коридор. Ну, давай. Найти зону АМС в ординариуме. Транзитный коридор. Так. Мне надо вот туда, наверное. Ага. Здесь они изучали, что произошло в ординариуме. Отсюда и начну поиски. Вроде она сказала, да? Бляха. Я же не с пистолетом. Блядь, что за хуйня? Сука, вы исчез. Эти какие-то помощнее уже. Где? Ну, есть контакт. Там еще где-то кто-то есть. Так, это что такое? Какие-то бумажки. Корреспонденция. Там что-то все красным светится. Сральники. Что это? Там контрольная точка, что ли? Точка контроля, точнее. Лифт. А, этот не работает. Ебать, колотить нахуй. Ах ты, сука. Подожди, тут осколков не осталось. Осталось. Блин, там еще что-то лежит. А, коробка. Материал. А, тварь какая, погонь, блядь, вылетела тут. Мы с Диланом были идеальными кандидатами. Для экспериментов. Сука, пизданет! Не пизданет. А вот теперь пизданет. Тут где-то должна быть контрольная точка. Вон уже солдафоны. Ой. Да сука ты, блядский ты рот! Давай перелезай! Что я кнопки стал путать? Угу. Готов, есть. Еще. Эх, нихуя. Это что такое? Бляха, это здоровый какой, что ли? Беги! Готов, в голову попали, отлично. Типа все, что ли? Слушай, точно, точка контроля, блядь. Ну-ка, давай-ка зачищай. Блядь, уж серию заканчивать надо. А я все ебашу, блядь. Что-то затянуло.
Все отлично. Давайте тогда на сегодня закончим, что ли? Мы возвращаемся домой. Точно. Ну, конечно. Здесь все началось, и теперь никогда не закончится. Ну-ка, подожди, я хочу, знаете, что посмотреть? Шмотки. У нас где-то... А, шмотки мы только в самом начале можем менять. Ладно, тогда на сегодня и закончим. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, всем пока.